Приветище! Это Trailmakers, или конструктор на затерянной планете. В прошлой серии, как ты помнишь, я делал коптер на реактивных двигателях. Я его немножечко уменьшил, теперь он у нас выглядит вот так вот. Это первый двигатель, который позволяет нам подняться в воздух. До этого мы не умели летать, но теперь все изменилось. Видишь вот этот вот овраг? Нам нужно взять какой-то мощный разгончик, вот так вот разогнаться и перелететь на ту сторону. Но мощности всех двигателей, которые у меня на данный момент есть, мне не хватает. И надеяться я могу только на реактивные двигатели. Даже с учетом разгона на машине и врубая эти реактивные двигатели, мне все равно не хватает мощи перелететь. Это мы пробовали уже в прошлой серии. А сегодня мы будем пытаться на нашем маленьком реактивном коптере преодолеть этот овраг и посмотреть, какие же детали спрятаны на той стороне. Но перед началом я напоминаю тебе, если ты ждал эту игруху, то есть тебя лайкос и, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. Ну что ж, предлагаю взлетать. Пошла вода горячая. Вот так. Кстати, управление осуществляется путем наклона моего персонажа. То есть он вон там, вот видишь, поворачивает башкой. Вон, видишь, он выглядывает. То есть благодаря вот этому движению мы можем маневрировать в воздухе. Что ж, предлагаю подняться как можно выше. А непосредственно вот на этот... Хьюстон, мы падаем! Все, мы разбились. Попыточка номер два. Нам нужно залететь. Да что ж, камера так меня подводит-то. Короче, надо кое-что доработать. Дело в том, что нашему дрончику не хватает возможности крутиться вокруг своей оси на 360 градусов. Как нам это реализовать в воздухе? Есть у меня одна идейка. Что если мы поставим ось управления? Дальше мы на эту ось управления поставим малый хвостовой киль. Все готово. Давай посмотрим, как они будут поворачивать. Как ты видишь, хвостики поворачивают. Так. О, я бы не сказал, что это нам придало какого-то управления. Короче, убрал я все эти крылышки. Давай попробуем подняться вверх так, своими силами. А теперь вон туда. Давай. Летим. Почти. Есть! Мы преодолели, получилось. Ой, все. Хватит. Фух, получилось! Я, правда, хотел еще залететь вон на ту горочку. Там был небольшой обломочек, хотел посмотреть, что же там. Вон он, видишь, желтит. Так. Почти приземлимся. Есть! Выходим. Аллилуйя! Блин, это всего лишь задний фонарь, и я ради него морочился. О, господи. Ладно, раз уж добрались сюда, давай скинем его. Где там наш погрузчик? Вот он, красавчик. Смотри, двигатель как танцует. Значит, раздвигаем наши вилы. Давай, пупик, сейчас мы тебя заберем отсюда. Нечего тебе здесь делать. Вот так вот. Отлично, все, помчали. Есть одна проблемка небольшая, как отсюда тихонечко упасть. Придется разбиваться. Угу. Быстренько ремонтируемся. Все, фару доставили. Сейчас сразу же ее нацеплю на погрузчик. Сразу вид такой деловитый. Понятное дело, что машинка рабочая. Ну и что, а теперь предлагаю вот отсюда преодолеть этот овраг и попасть на ту сторону. Вот она, наша маленькая летающая станция. Ну что, давай попробуем преодолеть. Ай-яй-яй-яй-яй. О, как это плохо. Главное не упасть. Главное не нервничать. Не переживать, мы почти долетели. Почти. Есть, чуть-чуть. Давай. Фу. Ну нет, ну блин, я ж не высоко был. Капец, все по новой. Хьюстон, мы летим на очень большой скорости. Мы преодолели. Теперь осталось только сесть. Фу. Сели. Ура! Мы приземлились! Такое ощущение, что я посадил на землю посадочную капсулу. Ну, в принципе, почти так оно и есть. Что это у нас? Большая пушка. Мечта моей мечты.
как же мне тебя доволочить? А самое главное, где здесь дрон? Я дрона не вижу. Настало время прокатиться по здешней местности. Где мой багги? Вот он, мой пупсик. Блин, это не тот багги. Вот он, вот этот красный мой. О, да, у него даже двигатель реактивный есть. Блин, сколько на той стороне обломков. Раз, два, вон там три. А на этой стороне вообще ничего нету. О, нет, смотри, монеточки попались нам. Пчелка тут насерила. А мы ходим, собираем и думаем, что это монеточки. А вон там дрон, смотри. Блин, капец, как здесь опасно. Очень жарко, я бы даже сказал. Слушай, ну тут, походу, нам нечего ловить. Без летающего аппарата. Все находится не в очень удачных местах. Хотя вот этот вот квадратный куб, который он там вот на краю стоит, мне кажется, мы можем достать. Сейчас доедем до него, посмотрим, что там. Стоит ли возиться с этим мусором? Что же это? Блок воздушная подушка. Блин, надо достать. Надо достать. Интересно, а вон там он, что за красный блок? Может быть, это магнит? Блин, если это магнит, то достать его, конечно, жопа. Так, мне нужен погрузчик. Трансформируемся. Не знаю. Сможет ли наш маленький погрузчик утащить такой огроменный блок? Давай попробуем. Мне кажется, что мы смогли бы его утащить, если мы заедем с другой стороны и будем волочить его по земле. Тихо, не падаем. Ать, скользко. Может, я смогу своими мощными мускулами и маленькими ножками чуть подвинуть? Нет, не смогу. А если за разгона... Чуть-чуть. Чуть-чуть получилось, смотри. Так. Вот так буду до дрона толкать. Ну-ка. Чуть-чуть толканул. Надеюсь, мне это как-то поможет. Главное, в лаву не упасть. Есть. А теперь в ту сторону. Давай. Ништяк. Получилось. К сожалению, вилы больше не могут раздвинуться. Это максимальный их размер. Тихо, не падаем. Ой, черт. Я здесь не могу его укатить никак. Ну и вали тогда в лаву. Вот так вот тебе. Чпиньк. А ему пофиг, смотри, он на лаве висит. Падаю, падаю, Хьюзен, нет, нет, нет. А, капец. Ух ты, смотри, там какие рыбы плавают, огромные. Капец, я не думал, что они здесь есть. Ух, жуть, что-то мне как-то плавать теперь стрёмно стало тут. Вдруг они меня схавают. Короче, мы сейчас вот этот блок с тобой немножечко подтащим вот таким вот хитроумным методом. Вот так вот. А, нет, 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 нет! Черт подери, ну капец. И теперь мы призываем муравей! А так. Ну-ка, муравей, вытягивай свои щупальцы. Ага. Ну, я думаю, что теперь мы его сможем вытащить. Без всяких проблем. Он не должен от нас убежать, сбежать. Вот так, смотри, это вообще легкотня. Проще некуда. Мне прям не верится, что у нас сейчас с тобой будет подушка. И не простая, и не для сна. А фиг его знает для чего. Можно, мне кажется, уронить его здесь. Хотя нет, не буду. Там очень большой угол. Есть вероятность, что он упадет в лаву. Разворачиваемся, мой пупчик, разворачиваемся. Кстати, он сейчас тут может покатиться вниз очень быстро. Хотя нет, трение делает свое дело. Это хорошо. Давай, поехали. Нам сюда. Поворачиваем. Вот так. Все, доехали. Осталось только наверх его поднять. Подушечка моя воздушненькая. Ну-ка. Блок воздушная подушка разблокирована. Что ж, давай посмотрим. При включении поднимается над землей. При достаточной скорости работает на воде. Там, куда мы отправляемся, колеса не нужны. Ну, наконец-то мы уже подбираемся к тому, что мы скоро будем летать над всеми поверхностями. Где наш ультракрутой реактивный дрончик? Вот так. Сейчас мы ему сделаем подушку. Подушка у нас будет вот тут. Вот, смотри, она прям как туда цепляется зачетно. Но что-то ей не нравится. А, вот как она цепляется. Вот таким вот макаром. А что, если мы по кругу их поставим? Эти подушечки. Блин, вот это уже реально квадрокоптер получается. Если представить, что эти подушки как винты. Ну, вот как-то так. Ну что, давай посмотрим, на что способны эти подушки. Вау. Так я, получается, левитирую? Обалдеть. А если я немножечко поднимусь?
Ну нет, нет, нет. Это максимальное расстояние. Видимо, подожди, а я могу расстояние от земли регулировать? Допустим, мощности добавить. Во, смотри, расстояние. Давай поднимем. На 2. Ну-ка. О, уже повыше. Обалдеть. Ну тут, конечно, не 2 метра, но... Хотя, если сравнить с моим ростом, то да, примерно 2 метра будет. Ну что, давай попробуем взлететь. Не понял. Кажется, я двигатели перепутал. Наш аппарат теперь стал намного тяжелее, и подняться так просто не получается. Хорошо. В топку коптер. Делаем тачку на воздушных подушках. Ну, вот такая конструкция у нас получилась. Аэродинамика у нас вроде ничего такая. Я думаю, что можно тестировать. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это как так-то? Что-то я не понял. Что-то я в земле. Можно нас переконструировать? Видимо, вся эта конструкция очень тяжелая, да? Если мы уберем двигатели. Ну-ка. Да как так-то? Давай сделаем вот так вот. Поставим снизу кубик и посмотрим, что вообще происходит. Почему мы... Вот. Теперь мы левитируем. И левитацию я могу отключать. Вот так. Странно, а почему... Я не могу левитировать без этого кубика. Как так-то? Капец. Это все очень странно. Ну что? Тачка готова. Подушки у нас работают. Все шикарно. Теперь осталось только попробовать повернуть. Ага, вроде поворачиваем. Отлично. Наши небольшие крылышки помогают нам в этом. Теперь давай попробуем немножечко газануть. А подожди, а тормозить-то как? Стой! Нельзя падать! О май гарбл! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тормоза-то я не предусмотрел. Но тут только как бы один выход. Ну и чё? Так, вот у нас задний ход есть. Отлично. Ой-ой-ой, как повернуть-то? Стопэ! Чё-то какой-то плохой задний ход. А, у меня неправильно на крыше все стоит. Ой-ой-ой-ой. Капецки, какая-то неповоротливая штука. Она не поворачивается, нифига. Хьюзом мы падаем. Ой, не так падаем. Значит, призываем нашу красную тачку. Мощную. И ей надо сбоку убрать крылышки, конечно. Пришпандорить эти подушки. При помощи них мы сможем передвигаться по лаве. По крайней мере, я так думаю. Ну-ка. Ну вот, да, смотри, тачка у нас почти летает. Я могу отключить эти двигатели, пока они нам не нужны. Что ж, поехали к лаве. Сейчас мы затестим, получится ли у нас ездить по лаве или нет. Аккуратненько, аккуратненько подъезжаем к лаве. Блин, если честно, я даже не представляю, как я сейчас буду по ней ездить. Значит, активируем подушки. Так. Заходим. Оу, май гарбл. Колеса полетели сразу же первыми. Но у меня есть вот такие двигатели. Поворачивать я не могу, заднего хода нету, и я отправился в свободное плавание по лаве. Очень плавно. Мне нужны крылья! Невозможно строить на лаве, капец, я думал, я сейчас смогу как-то перестроить. Ну, повернись еще чуть-чуть. Вот так. Газуем! Есть, выбрались! Фух, тачка пусть катится. Вот это да! Вот это, конечно, поворот! То есть нам по-любому просто нужны поворотные механизмы, когда мы на подушках. Ну вот, крылья у нас готовы. Работают они у нас, да, вот так вот все работает. Ну что, давай попробуем залететь туда. Поворотный механизм нам нифига не помогает. Хотя есть чуть-чуть. Есть совсем самую малость. Но это не то, что мы бы хотели. Блин, тормоза забыл. Ай! Ну вот капец. Уху! Вот это я гоню. Блин, а может быть поворотные механизмы надо было сделать на этих подушках, а не на крыльях, а? Чё-то я тупанул, если честно. Давай, туда нам надо. Туда. Гони! Чёрт, сейчас режемся. Фух, выехали. Чуть пчелу не поймал, обалдеть. Так. Короче, поворотные механизмы сейчас еще сделаем на подушке.
Мне кажется, это должно исправить ситуацию. Ну-ка. Тест номер два. Ух ты, как они поворачиваются, смотри. У меня вообще вся тачка поворачивается. Ну, поехали затестим. Надеюсь, нам это поможет. Оп, колеса сразу отвалились. Поворачиваем. И как-то, ну, очень плохо поворачивается. Пчелка! Я тебя поймаю, ну стой! Ой, сейчас влечу, ой, сейчас влечу. Капец мне сейчас будет. Разучился уже летать на нем, блинский. Вот так вот, вот так вот, тихо, тихо, приземляемся аккуратненько. Есть, выскакиваем. Фух, есть, я сюда попал, И целых два куба у нас здесь есть огроменных, я надеюсь, что там что-то полезное. Значит, призываем нашего погрузчика и поехали смотреть, что тут у нас. Чуть за блок. Это энергоблок. А это что у нас за кубик? Ну дайте мне пушечку собрать, пожалуйста. Танковая пушка! Вау! Они услышали меня, поехали. А, подожди, нужен муравей. Муравей! Вот он мой красавчик. Е-е-е, сейчас у меня будет пушечка. О, да, какая она. Но она немножко стремноватая. Давай попробуем ее поставить на нашего муравья. Тут у него как раз место есть. А, ну не совсем место есть, подожди. Нужно кое-что доработать. Ну что, давай проверим. Для чего эта танковая пушка? Так. Воу! Обалдеть. Ёшки-матрёшки. Шикарно. Главное не разбомбить свою тачку. Ну хоть одна пушка-то у меня есть. А, блин, подожди, так может быть я пчел смогу пушками сбивать, а? Надо будет затестить. Предлагаю тебе подняться вон на ту гору. Я не знаю, получится у нас это или нет. Но сейчас проверим. Взлетаем сейчас как можно выше. Юху, мы летим, летим с тобой наверх. Так, держим высоту. Почти наверху. Ё-моё, мы почти в вулкан залетели. Двигатель, давайте, не подведите меня. Ёкарный. Так, теперь осталось приземлиться аккуратненько. А, вылазим. Фух. Ну-ка, что там внутри? Вау. О, там красный блок лежит. Блин, что же там за блок такой? Пойдем монеточку соберем. Нельзя монетки персонажам подбирать? Да вы чё? Ну-ка, капец. Блин, ну я бы туда спустился, но я боюсь, что я оттуда потом никогда в жизни не выберусь. Мне нужен хороший летательный аппарат. На самом деле здесь, кроме монеток, на вершине вулкана больше ничего нет. Но в центре вулкана, как мы видим, что-то есть. Чё? Давай спустимся, глянем, что это. Потому что любопытству моему нет предела. Если туда затолкали его, значит там что-то должно быть очень ценное. Спуститься это не лететь. Капец, как не могу управиться с управлением. Получено достижение. Попасть внутрь вулкана, офигеть. Поскольку здесь горячо, двигатели нагреваются гораздо быстрее, чем это было на поверхности, не внутри вулкана. Ну давай, давай, давай. Есть! Я выбрался! Реактивный двигатель «Дракон». Вот что здесь! На весь прикол, что я его поднять-то не смогу. Нужен магнит. Не, я, конечно, могу заморочиться. Давай попробуем заморочиться. Короче, фишка данного транспортного средства заключается в следующем. Снизу у нас есть лопатки, которые подденут этот обломок вот таким вот образом. И, в принципе, мы сможем его поднять. По идее бы. Но это не точно. Блок получается ровно по центру. Теперь нужно приподнять корабль наверх. Вот так вот. Вроде ровненько. Вроде все ровненько. Ну что, давай проверим. Фух, ну с богом. А-а-а! Ну вот. Так, ладно. Если у нас не получается сверху, мы попробуем с земли. Может быть, с земли тогда будет проще. Давай проверим. Есть.
Мы не подорвались, обалдеть. А теперь аккуратненько. Аккуратненько, тихонечко. Давайте, давайте, ребятки. Вроде бы зацепили, и он не должен был выпасть. А, я не знаю, как он поведет, если мы запустим двигатель. Вроде норм. Вроде норм. Ну что, теперь поднимаемся просто вверх. А, тяжеловато, тяжеловато. Черт подери, это так тяжело. Надо еще двигателей. Ну что, проверяем. Посмотрим, получится ли у меня с 6 двигателями подняться наверх. Смыкаем. Тихонько, очень аккуратненько. Так. Ядро подняли. Зафиксировали. Ну что, поднимаемся, пробуем подняться очень аккуратно. Не, бесполезняк. Камень слишком тяжелый. Так что давай вылетать без него. А вот без него мы спокойно вылетаем. Ну, вот так вот как-то. Если понравилась эта игруха, то с тебя лайкос, комментос под видос. И, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. Ну, а на этом все. Пока.